Прыжки по правилам и без от самых профессиональных болельщиц, для которых поддержка любимой команды уже давно самостоятельный вид спорта. В Самаре прошло первенство области по черлидингу. Выступление каждой команды — полноценное шоу с элементами танца, акробатики и гимнастики. И неудивительно, что их на поле или паркете ждут иногда даже с большим нетерпением, чем выходом самих игроков. Тройное сальто с улыбкой и другие секреты, которые обычно остаются за кадром. В сюжете Татьяны Пудовой. Об этом виде спорта она узнала из американского кино. Потом Натали Гейко сама стала черлидером, а теперь тренирует новое поколение профессиональных болельщиц. Мы старались, конечно же, подходить под мировые масштабы черлидинга. Девчонки у меня все подготовленные, конечно, будет сказываться волнение, безусловно. Но мы старались сделать самые-самые интересные элементы, которые применяются в черлидинге. Посмотрим, что из этого получится. Черлидинг зародился на трибунах болельщиков американского футбола. В поддержке были только мужчины. Сегодня у черлидинга женское лицо, короткие юбки и спортивные правила. Внешность, как бы, она не придает баллов больше. Мы отбираем, потому что девушки могут в виде спорта именно. То есть, как бы, соответственно правилам. То есть, кто там, кто может прыгать, кто может делать какие-то акробатические элементы. Опять же, те, которые есть в правилах. Еще одно важное правило – форма участниц должна быть не только красивой, но и удобной. На поддержках кроссовки легче держать в руке. То есть, когда черлидер делает поддержки, легче держать, удержать ногу. Устойчивее кроссовки, чем балетки, они мягкие, неустойчивые. Правда, вся эта красота дорого стоит. Костюм черлидера в среднем обходится в 5000 рублей. Помпоны стоят где-то 2000, мода на них постоянно меняется. Сейчас популярны вот такие из фольги. На областной чемпионат приехало 15 команд. Татьяна Тиченко – одна из самых юных участниц, ей всего 8, а уже строит большие планы на будущее. В команде мечтает стать флайером, так называют те, кто находится наверху пирамиды. Мне нравится, что разные трюки наверху делают. И мне нравятся всякие такие движения. Необычные, как медленный переворот, фляг и колесо с... Такие мне нравятся движения. Лучшие команды девушек-черлидеров поедут в мае на всероссийский чемпионат. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, новости губернии.